Эх, так жаль, что с нами нет отца Михаила. Ему бы понравилась эта поездка. Я-то и Сэм, но батюшка Михаила знал и очень уважал. Хороший был мужик, настоящий русский. Выпьем за него. Мы на месте. Слышали, засранца? Наша остановка. Пакуем оружие и выметываемся вон. Выметываемся. Это единственный свободный путь на станции. Придется остановиться здесь. Пройти через город. Так, какая там махина. Дело дрянь. Офиг, нам нужно пройти к дамбе через город. Оттуда мы сможем уплыть на лодках и быстро добраться до Тунгуски. Кроме того, с нами крутой Сэм, поэтому беспокоиться не о чем. Эй, я обычный парень. Не думайте, что я вдруг начну превращать воду в водку. Но если мы выберемся отсюда живыми, я проставляюсь. Так, там мины у нас. Так, а нам же... А нам сюда и надо. Так, по заданию. Преступление и наказание. Глава 5. Пройди через город. Пройди через город. Звучит просто, значит, будет нелегко. Вы встретились с отрядом русских партизан и сели на поезд. Вместе вы доехали до Устинова, откуда затем отправитесь в Тунгуску. Ведите своих новых товарищей за собой и продвигайтесь через город, но будьте начеку. Так, Сэм, 0, снаряжение. Гранатомет. Этот стандартный пехотный гранатомет был принят на вооружение еще во времена первых атак Ментала. Надежный и безопасный в использовании с регулировкой скорости стрельбы. Никакое другое оружие солдаты АОС не использовали в войне так часто, как МК-3. Опытному стрелку не составит труда научиться забрасывать гранаты за крупные преграды и даже рикошетом за стены. Благодаря использованию умного контактного взрывателя, снаряды детонируют только при контакте с живой целью. Дальность стрельбы МК-3 можно регулировать. Одиночное нажатие на спусковой крючок снижает начальную скорость гранаты. Зажатие же спускового крючка поможет в поражении целей на более дальних дистанциях. Урон 175, время заряда 0,5, радиус поражения 88. Улучшение кассетная граната. При установке этого улучшения гранаты по команде разделяются на 5 меньших взрывающихся частей. Вызываемая ими серия взрывов поражает большую территорию и быстро зачищает большие группы слабых противников. Так, у нас этого улучшения-то, по-моему, нету. Сейчас проверим. Так, и враги. Враги новых у нас не появилось. Так, проверим. Так, это у нас не то оружие. Так, где у нас шестерка? Так, вот у нас пятерка вторая. Да, у нас улучшения нет, поэтому... Только так. А, нет. Вот так. Стреляем правой кнопкой мыши. Ну, понятно. Здесь можно залезть, нельзя. Нельзя. Забраться можно? Нельзя. Так, здесь у нас там мина у нас. Тоже мина.
что-то, есть патроны, картечь. Так, там у нас мины. В ту сторону я тоже не пойдем. Я там вроде как можно далеко уйти. Нет, там тоже мины. Так, новое оружие. Теперь у вас большие-пребольшие проблемы. Так, миниган. Миниган XM214A. Очередной этап эволюции пулемета Гатлинга. Наследник М61 Вулкан и М134. Модель XM214A – новейший представитель семейства орудий с вращающимися стволами. Миниган не требует дополнительного питания, оснащен встроенным магазином и передовой технологией снижения отдачи, что делает его мощнейшим на сегодняшний день видом легкого вооружения. На скорости 1200 выстрелов в минуту этот монстр легко разделывается с отдельными сильными существами и большими группами меньших противников. Однако следует помнить, что его огромная разрушительная сила расходует очень большое число патронов, поэтому XM214A рекомендуется использовать только в исключительных ситуациях. Урон 10, выстрел в секунду 20, длительность раскрутки 0,5. Так, мы проверим вот так. Как правило, на помощи ничего не делает. Патронов 850. Так, и перезарядки не требует. Можно взять два. Я помню, так в четвертом бегал. Враг приближается. Теперь тоже четвертый. Так, он стреляет, ну, конечно, хаотично. С двумя. Ну, не совсем уж и плохо. Так, а с одним... Одним, по-моему, точнее стреляется. Да, одним вообще лучше. А так у него получается разброс большой. Можно взять... Как-нибудь так... Ладно, сначала лучами постреляем. Если патроны кончатся, возьмем миниган. Праздник кончился, добрые люди. Ты тут раньше бывал? Да, мы с группой еще до войны давали здесь концерт. Сильно город изменился. Но дороги такие же хреновые, как и были. Оля, я тебя люблю. Я вас всех убью. Так, там у нас что-то есть. Просто патроны. Соточка. Гнары, лохи. Правильно. Гнары. Неуч. А, правильно, гнары, неуч. То же самое. Правильно, неуч. А там неуч с мягким знаком, есть без мягкого знака. Да кому вообще сдалась ваша грамота, когда тут война вокруг?
улица Удмуртская, 27. Какая здесь какая? 28. Такие пятиэтажки. Там еще кто-то дома есть, да? Окна открыты. Балкончики. Общежитие 170 рублей. И регистрация, патенты, медкнижки, справка, РП, бла-бла-бла-бла-бла, водительское удостоверение. Так, и здесь что? А, хостел 190 рублей. Общежитие 170, а здесь 190. Семья снимет квартиру. Возможно, предоплата. 6 месяцев. Кредит. От 10 тысяч до 500 тысяч рублей для граждан без... Так, без чего? Без справок. Без справок и поручителей. Официально и неофициально трудоустроенными. Это там с низкими доходами. Спецпредложения пенсионерам, бюджетникам, кому-то еще. Так, ладно. А это перевод. Хрен вам, Ахриман. Так, кайф. Спрятали. Так, а мы куда нам идти-то вообще? Он же вроде в другую сторону. Нет, или сюда? Сюда. Так, вообще мы в другом месте будем. Как мы сюда попали? А, ну там нам не пройти было. Так, шины такие разноцветные. По ним надо прыгать. Так, ну а сюда нам... А, вот тут можно... использовать. О, можно зайти. Найди секретный биомех на расслабоне. Подняться нельзя. Уважаемые жрецы, будьте бдительны и осторожны. Смотрите вверх и по сторонам. Вокруг происходит что-то непонятное, но пока никто не понимает, что именно. Председатель ТСЖ. Так, тут Наташа. Так, ладно. Идем дальше через город. А за сборы вестник. Так, в принципе, нам второй, кстати, и не нужен. С одним лучом хорошо справляется. Так, а здесь у нас не взорвется. Патронов. Так, можно, в принципе, внутрь зайти.
Так, в принципе, можно. Так, ну здесь, по-моему, делать-то и нечего. Так, ну это патроны, здесь не те патроны, которые нам надо. Да нет боеприпасов. Кустинов. Ну, в принципе, можно отсюда уходить. Патроны не взять. Вот это нехорошо. Пересечем этот мост, когда туда доберемся. Но сначала. Так, а здесь посмотреть. Минного поля нету. Есть какой-то секретка. Так, секретная ловушка с камикадзе активирована. Так, патроны закончились. Эй, чё такой здоровый? Так, минигану больше дают патронов. Что моя последняя фраза будет такой. Так, не пустили нас вперед. Так, ну здесь надо вместе со снайперкой. Так, это, наверное, надо идти лазером. У нас у лазера нету патронов. Ну ладно, будет так. Жаль, мы не смогли спасти мост. Даже не знаю, как теперь все это преодолеть. Стой, не смешно? Серьезно? Теперь мы перейдем на ту сторону. Лед вроде крепкий. Думаю, мы можем дойти до лодок по реке. Сказал, как настоящий русский. Стараюсь. Пойдет? После вас. А, я понял. Говоря все это преодолеть, он имел в виду мост. А. Прыгать. Ай, хорошего. Так, ну, походу прыгать, да. Так, сохраним на всякий случай, чтобы умрем, не умрем. Не умерли. Так, в ту сторону идти нам смысла нет.
Так, где у нас вот миниган? Так, понятно, так не прокатит. Так, у нас разброд большой. Так, если попробовать... что у нас вот это было? В принципе, тоже неплохо. Патроны все равно есть. Не до пульной, да? Не, так слишком долго. Лучше миниган. Вот с этим только плохо. С остальными хорошо. Лазер лучше. Хлеба и зрелищ народу. Что ж, похоже, придется вернуться на сушу. Так, сам туда упал. Так, там у нас что? Еще дополнительное задание должно быть. Так, что тут все-таки спрятали? Один секретный гаджет. Такт. Улица Рассветная, 24. Санрайз. Не, вот так стреляют с одним хорошо. Два минигана уже стреляют плохо. Слишком большой разброс пуль. Много мимо летит. Ну, вблизи, естественно, хорошо. Издалека плохо. С одним издалека хорошо. Что это? Иран, секретная ловушка. Что там было-то? ПП? У нас где-то штука. Понятно. Праздник кончился. Так, сами добили. Какие молодцы.
к энергозаряду 400. Здесь пригодятся. Там можно забраться наверх. Нет? Разве нет? Так, закрыто. Зачем тогда я могу сюда зайти? Тем более так сделано, что вроде как можно туда забраться. Что-то разбивается. Либо где-нибудь другой путь есть. Так, либо по трубам тоже, наверное, не пройти. Так, ну, только если вот отсюда откуда-то. Здесь может не пройти. Здесь у нас все закрыто. Нам тоже не пройти, хотя может быть как-нибудь нет. Запрыгивайте. Но это единственный путь, то есть крыша туда, туда. Там возможно можно залезть наверх, пройти туда. Да, по трубам. Так далее. Интересно. А, третья улица строителей. 45. Здесь не видно, что там написано. Это сотовка или сотомка. Так, похоже, все-таки туда нам не забраться, да? К сожалению. Очень бы хотелось проверить. Но здесь как-нибудь аккуратно. Так вот, чуть-чуть забираемся куда-то. Я сомневаюсь, что мы заберемся выше. Так сделано, якобы прям можно туда забраться, на самый верх. По-любому там должны что-то спрятать. Нам тоже не забраться. Ну, ладно. Не знаю, можно, нельзя. Скорее всего, можно. Как только непонятно. К сожалению, посмотреть, что там наверху вообще есть, нету. Попробуем сюда забраться. Так, там нет у нас обхода. Нету. Так, это мы еще куда зашли? Краснодневная 01. Так, что-то должны спрятать. Ангар у нас 03. Ага, конечно, никакой засады.
ураган. Так, можно что-то использовать. Сейчас используем. Так, секунду. Видимо, надо еще раз. Ну давай. Выбраться из города. Это у нас по основному заданию было. Может, я и стар, но я не слабак. Как вас много. Молодец, Сэм. Ха, я смотрю, что наконец изменился мнение о нем. Да, Ваня? Ну, он американец, но мужик отличный. Так, что мы подключили туда? Мы включили электричество. Так, оно, кстати, наверх не уходит. Нет, наверх оно не уходит. Что-нибудь дополнительное. Так, вот тут секретка какая-то. Кайф. Так, это с той стороны. Гранаты. Так, ладно, здесь мы сверху спрыгнем. Так, не видно, что там. К сожалению, нет. Так, ну, по идее, вот здесь мы бы уже не смогли пролезть. Так что, наверное, туда наверх и нельзя попасть.